Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил о предстоящем повышении тарифа на платные дороги. Вопрос повышения тарифов на публичное обсуждение будет вынесен в марте. Тариф в сторону увеличения планируем, безусловно. Объясняю почему. Потому что с 2013 года тариф 11 лет не менялся. В прошлом году на 20% повышение было. Второе. Сравните наши тарифы с другими странами. Если в Казахстане 1 тенге 20 тиин тариф, то в России 7 тенге. Чтобы хорошие дороги были, нужно должное содержание дорог, заявил Карабаев. Отвечая на вопрос о том, насколько вырастут тарифы, Карабаев заявил, что удорожание тарифа будет не в 2-3 раза, а на определенный процент. Чтобы обслуживать дороги, дополнительно нужно купить 1100 единиц техники. Разумеется, все это сразу на платность не можем уложить. Будем работать постепенно, заявил министр. Напомним, в октябре прошлого года Минтранспорта повысила тариф платных дорог на 20%.